Доброе утро, народ. 24 января, вторник. Погода на улице плюс 2. Ветения нет, ветра тоже. Это радует. Насчет рыбалки сейчас не могу сказать. Вчера не было меня здесь в магазине. Не было таких разговоров, что кто-то ловил что-то или не ловили. Что было бы так очень. Так вроде как понемножку это ловят, это каждый день, но чтоб ловили бы что-то значительное, как наподобие 28 килограмм, там 30, что-то такое, 17-го не слышно было. Вот. Но рыбачат. Рыбаки есть, мотыль есть, все есть. Завтра я, наверное, информацию о озере дам очень рано, потому что уеду в Россию. Вот, надо кое-какого товара. Вот. Всего хорошего, счастливо. Жду вас всех в гости.